Музыкально-поэтический фестиваль, концерт, а также юбилей литературного объединения «Орбита-1» – вот такой большой праздник в предпасхальный день отмечали его участники. Мероприятие стало еще и соревнованием, где каждый демонстрировал свои лучшие произведения. Массу положительных эмоций получила и наша съемочная группа. На днях в Центре социального обслуживания «Вера» в поселке Дубровский отмечали большой праздник – юбилей литературного объединения. «Литоритм» было организовано 40 лет назад Союзом писателей СССР. Затем его переименовали в «Орбиту-1». Все эти годы во главе объединения Владислав Фатьянов, член Союза писателей России и Международного сообщества писательских союзов. За время работы он открыл немало ярких имен. Некоторые из авторов, даже не имея публикаций, становились членами объединения и сразу покоряли литературный олимп. Только в прошлом году литераторы «Орбиты» получили 70 медалей и орденов. И сейчас, когда вот у нас такой праздник, то, конечно, мы подводим итоги. Будут награды, будут дипломы, будут и премии. Вот. И я рад, что приехали гости из разных городов. Вот ожидаемые из Тулы должна бригада приехать, они у нас часто выступают. Из Омска уже есть товарищ один. Встреча настоящих ценителей творчества и искусства проходила в рамках фестиваля поэзии и музыки. Это, конечно же, новые стихи, новые песни, обсуждение дальнейших творческих планов. Но самое главное, что получают участники фестиваля, это возможность реализовать свой талант. Обязательно этот талант надо оглашать, чтобы другие слушали, понимали, оценивали, давали добро, путь вперед, стимул. Потому что человеку это необходимо. В «Орбите-1» работают не только с профессионалами, но и с молодыми авторами, среди которых и Наталья Прошина. Я пишу фантастику, любовную фантастику, немного философии. Я когда начала писать, я почувствовала, что это какой-то выплеск энергии, это даже так интересно и... Это не писать словами. Настоящим сюрпризом для участников фестиваля стало выступление юной писательницы с индийским танцем. И все-таки главное направление в литобъединении – это поэзия. Многие стихи членов ЛИТО – это образец великолепной поэтической лирики. Щедрость солнечного утра, купола горят, жизнь выстраивает мудро свой привычный ряд. Крона яблони белеет шаром вдалеке, мимо стражей галереи выхожу к реке. Раскрыть таланты руководителю «Орбиты» помогает индивидуальный подход к каждому. Вот так: сначала увидеть семя, помочь ему прорасти, а потом уже и наслаждаться настоящими творческими плодами. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.